Так, пошел. Точность не точная. Так, окно. Шум, как видите, есть. Ну и ладно. Какой гейм-овер, вы чё? Так, играть в окне будем. В принципе, оно нормально показывает. Ладно, всем привет, с вами Stone Crash. И мы продолжаем к случайной игры. И эта случайная игра была Formation Z. Ну или Аэробоба, как могли видеть в предыдущем стриме. На предыдущем стриме. Выпала она прям... Вот, прям перед вами. Так, управление почему не работает? Эй. Управление... Управление, я же настроил его. А! Блин, вторую игру. Блин, я забыл старт настроить. Давайте 30. Не знаю, стоит ли это вообще того. Уничтожь все вражеское оружие. Так, а где музыка? Музыки в этой игре нет, что ли? А как превращаться? Самолет, там был самолет нарисован. Что, она лучше Несса или хуже? О! Реально в самолет мы превращаться. Ну как-то... Не особо. Ну поиграем. Самолетом, конечно, лучше играть. Ай. Конечно, конечно, бомбы со своими... Нафиг иди со своими бомбами. Игра аркадных автоматов, 84 год. Ходила также на MSX, PC-98. Sharp, PS4, блин, Nintendo Switch, игра даже на современных консолях ходила это. Я, блин, игра доисторическая. Ну, современные консоли любят перевыпускать старые игры. А что сделать-то надо? А, уничтожить всех же написано было. Нормально. Нормально. Уничтожь все вражеское оружие. Понял. А как его все-то уничтожить? А может мне надо... Самолет нельзя много использовать. Самолет, по-моему, топливо есть. Это не совсем скроу-шутер, блин. Так, а как мне... Без самолета-то тут? Я же не смогу плавать. Странная логика. Музыки нет в игре, к сожалению. От этого становится скучно. А что такое? Ну даже так можно, ничего себе. Опа. Вот эту вот чешую штуку надо. Уничтожь вражеское оружие. Я понял, что его уничтожить надо. Это что такое? Бонус. А что он делает-то? Что это самолет был?
Еще одну уничтожу. А как это, что с этой штукой делает? А, вон оно что. Угу. Понятно. Следующий уровень, типа. А можно я обратно в человека прощусь? А, ну понятно, можно, но лучше не надо, да? Когда бензин закончится. А так бензин, кстати, не кончается. Топливо. Как превратиться? Самолет превратиться, дай. А как превращаться-то в самолет? А, зажать X надо. Гейм-овер, серьезно? Нормально, блин. Джалик, если что. Не, ну многим это вообще ни о чем не говорит, это мне говорит. Какой, кто такие Джалика? Тара-тара-тара-тара-тара-тара. Ну допустим. И. И заново, да, все. Блин. Была бы музыка, было бы не скучно. Вот так. Так не очень. Ага, 100 максимум, да? Бензина. Да, фу, блин, неправильный взлет. Игра вышла до градуса. Ну блин, скучноватая она. Радиус вышел в 85-м, а это в 84-м. Музыки нет вообще. Даже коротеньких мелодий нет. Нас собирать топливо, это конечно они придумали тупо. Блин, сейчас на сушу надо обратно собираться в трансформеры в этого. Реально это трансформеры. Трансформеры самые первые, наверное. Потому что были еще трансформеры, но они выходили. Они вышли, по-моему, позже. И вам тоже от Джалика. Кстати. Только не Formation Z. А топливо в воздухе забирать нельзя. Такое себе. Конечно, вода. А ног по воде можно? Нет. Утонул. По воде нельзя. Топливо заканчивается, все. Это как надо экономить топливо, я вообще не понимаю.
Я первый уровень сейчас пройти не могу. Второй-то... Ой, до второго-то я доходил уже. Кто-то говорил, что Сейкрос сложная игра. Я Сейкрос что-то быстро прошел. Ну, правда, не на стриме. На стриме пройду. Я уверен. Не знаю, правда, аркадную или несовскую. Ну, несовская, по-моему, версия этой игры. Она тоже, по-моему, без контов, без всего. По-моему, музыки там тоже нет. Или есть там какая-то, но она, по-моему, противно звучит. Да, конечно. Так, ну тут понятное дело, что надо делать. Шум такой еще. Это что? Это нельзя было брать? Я думаю, можно. Да ё-моё, опять. Ну зато сейчас по очкам, блин, лучше. Можно за прикол еще несовскую включить. Давайте сравним несовскую и эту. Просто для прикола. Знаю, это, по-моему, ну такая. Эсовская может по графике, конечно, хуже быть. Понятное дело. Давайте Несовскую запущу. Так. У нас Ретрарх запускается. Давайте проверим отличие несовской и не несовской. 12 минут всего играл. Ну, реально какая-то скучноватая. Сейчас попробуем несовскую запустить. Чё в несовской? По-другому, например. Так, NES. Это что такое? Это, а нет, TurboGrafx. NES, NES. Вот Nintendo Entertainment System. Formation Z. А у меня ее тут нет. Это какой-то другой Nintendo. Ну это, блин, всякие там эти, как они там. Dotouch и прочие. Ну это не то совсем. Погодите-ка, по-моему, у меня ее нет. Formation Z. На Nessus, на NES. По-моему, она мне то ли не понравилась, то ли чего. Я не захотел в нее играть. Но у меня ее нету. Она, по-моему, еще хуже. Сейчас найду. Точно знаю, что была у меня, что она была на NES. Formation. Ну почему-то. А. Тут раздел. На MSX она есть. На MSX на кое, знаете, компьютеры эти. Да, она лучше оценена на NES. Но лучше ли она на NES? Кто знает. Она на NES не выходила, она только в Японии выходила. Тогда ясно. Какой лучший аккумулятор? Офигеть, давайте наступим.
Да, вот так вот она играется. Ой, блин. О, господи. Тырын-дырын-дырын-дын. Тырын-дырын-дырын-дын. Тырын. Странно. Звук вроде нормальный. Что так громко тогда? Так, ну сейчас проверим, как это тыдын. Так, это NES-версия. Была Famicom-овская. Ой, была уже аркадная. Посмотрим. Ну да, музыки нет. Тут тоже. Чем она лучше, не знаю. У вас там все работает. Эти паузы как у Ice Climber. Ну только, блин, не знаю. В оригинале графика, по-моему, звуки, по-моему, в оригинале поприятнее. Графика, естественно, тоже. И пауза есть. Блин. Я в самолет не превращаюсь. А как превращаться в самолет тут? Чего? Как в самолет-то превращаться? Реально, в самолет нельзя превратиться? В оригинале же можно. Что? А, вот тут турбокнопка, кстати, работает, я забыл. Кстати, Xerion же тоже была, по-моему. От них же. Так, чё в самолёт-то нельзя превратиться? Какого фига? Они убрали, что ли, это? Я не могу в самолёт превратиться. Не, мне кажется, аркадная версия получше будет. А, только это танк, что ли? Можно превратиться в самолет, но это бред. А, есть. Заряд есть. Топливо закончится, что делать? Странно, криво работает так. Вот так вот. О, самолет. Прямо в том, что у самолета топливо кончается. У
Да, какая версия лучше, мне обе не нравятся, если честно. В игре что-то есть, да, интересное, ну... Серьезно? То есть... Надо сразу зажимать крестик, чтобы это... Самолет превратиться. Это же кошмар. То есть нельзя позднее зажать. Ну, это вообще кошмар. Топлива не хватило, все, падай. Какая тут честность, а? Честность? Не, не слышал. Ну и как мне теперь зарядиться? Конечно, чтобы босса надо завалить. Чтобы босса они тут посложнее сделали. Ведь на боссе не тратится уж топливо. Хотя нет. А, тут не надо соединяться для бонуса. Он сразу взлетает. Понятно. Ну, конечно, топливо-то. Топливо-то на исходе. Хоть сигнал дали. Блин, ну это капец. На двух игроков. Там заново все. Понятно, что незовская, что фамикомовская версия такое себе. Не знаю. Интересно, мне лично нет. Такое себе, я, наверное, не буду в это играть. Контов нет, музыки нет. Мотивации проходить игру нет. Давайте следующую игру выбирать. Бесполезно. Хоть на какой платформе это играет, все равно будет ни о чем. Хоть там, блин, этом, на этом игре, как он, блин. Как он, это... MSX, Snake PC 88. Давайте следующую игру выбирать. С этой игрой мы закончили. Блин, ну если бы эта игра была на Counter GG, блин, ну это капец вообще. Дело-то в том, что тут, блин, вот это вот бензин кончается, и это, блин, бесит. Точнее, не бензин, а топливо кончается у самолета. И как это топливо заряжать, если ты, блин, клоу, ё-май. Alien Isolation пролетел, ё-май. Ой, Alien Isolation не хочу вообще. Leading Jockey. Что это, блин? Супер Нинтендовская игра. Скачки на лошадях. Вышли только в Японии. Давайте сразу это посмотрим и определим, стоит в это играть или нет. Leading Jockey, значит. Окей, сейчас посмотрим на этот Jockey. Очень интересно, если честно. У Alien Isolation это тоже, блин. Нет, Alien Isolation я играть не буду. Сразу говорю, нафиг он нужен.
Так, снес. Лидинг Чакей. Вуфи, а вот Вуфи я бы поиграл. Как-нибудь. Лидинг Чакей. Жапан. Ну, вы видите, да, что это? Давайте глянем. Какой лучше? Бизнес точность. Бизнес перформанс. Мне SNES 9 игр больше всего нравится. Текущий 2002, 2005, 2010. Текущий давай. Файл не был загружен в твоем плейлисте. Почему? А этот загружен? Нет. Блин, мне что, плейлист обновлять? Блин, придется плейлист обновлять снесовский. Ай, черт. Так, Information Z, все понятно. Супер Нинтендо мне просто он как-то обновляет. Что-то я и забыл про это. Где он этот жокей ваш? Вот это? Сразу говорю, игра на японском языке, поэтому вряд ли я в нее буду играть, но посмотрим. Все зависит от того, в чем смысл этой игры. Жокей! Снес. Ну, уже ничего не понятно. Ладно. Пока давайте что-нибудь выберем. Что это? Это имя какое-то. Это где-то сохранение игры. Или загрузка игры. 2400-1600 метров. Музыка такая, как будто, блин, ты JRPG какой-то начинаешь. С сюжетом играть. Это выход, да? Зачем делать в таких играх выходы? Что не компьютерная игра, блин. Зачем выходить на титульные экраны? Ну вот, 2400 и чё? Давай 1600. Что? Как в это играть? Вот, к примеру, вот так. Нёс. Это пароль, чё это такое? Ну, видите, даже играть непонятно, как в это. Я куда-то зашел и выйти уже не могу. Вот вам и скачки, ребята. На конях. Скачки такие классные, что ничего не понятно абсолютно. Поглючило что-то. Куда тут заходить?
А есть здесь, а есть английский язык? Есть версия на английском? Сейчас проверим roomhacking.net, если есть, так есть. По-моему, не было. Roomhacking.net. Блин, не туда ввожу все. На русском ввел. Ну ладно, он все равно нашел. Какие-то хаки новые, блин. Nintendo DS игра теперь на английском доступна. Ура. Ура, Nintendo DS. Super Nintendo, Famicom тот же самый. Да Super Famicom нет вроде. Так. Leading GK. Ничего не понятно абсолютно. А, нету. Нету, игра не выходила. Ой, игра не переводилась на английский язык. Или да. Или на русский. А это что такое? Чё это? Непонятно, что это было сейчас. Вот что тут выбирать? Вот это? Это выход из игры получается. Так, а что выбирать-то? На какие кнопки выбирать? На старт? Не, на старт тут ничего не выбирается. Опять ничего не выбирается. В чем логика-то? Нужно выбрать правильные иероглифы, что ли? Я не знаю. Что за... Что происходит с этой игрой, а? Не, ну это реально, ну это надо перезапускать. Не, перевыбираем это. Это невозможно играть. Это не играется. Вообще никак. Я даже начать не понимаю. Я не понимаю, как играть вообще в это. Не то, что не понимаю, я вообще не понимаю языка. Что надо сделать, чтобы начать вообще игру? Что это за игра такая, блин? Жокей, блин. Убирай этого жокея. Громсета. Так, давайте перевыбирать. Жокей не подходит. Да. Давайте я его еще отсюда уберу. Глаза мне не мозолю. А, я уже... Ну окей, я уже генератор поставил. Ну ладно, сейчас поставлю. Покажу. Что это в ЖК больше здесь не будет. Ну как в него играть, ну реально? Сколько же пендрумов тут всяких. Ой, блин. Leading Jockey. Не будет его больше здесь. Удалить. Еще и вторая часть. Ну, вторая часть подождет пока. Блин. Ох уж эти. Непонятные игры. Давайте следующую игру.
2 пролетел. Ну, вообще-то я пнул первую часть на финал. У меня, короче, в правилах так. Если выпадает вторая часть игры... Пицца, тикун. Если, короче, у меня в так правилах. Если выпадает вторая часть игры какой-нибудь, я могу выбрать первую часть этой игры, если я ее не проходил. Но только если есть цифра. Если цифры нет, как в Saints Row The Third, то нет. Потому что там нет цифры. Там The Third 3 написано. Какие у меня правила? Блин, странные правила. Ну, по крайней мере, это нормально. Ё-моё, пицца тикун. Амига. PC. На PC выходил. О, ребята, это стратегия. Замечательно. Это то, что я хотел. Подос, да, наверное. Может нафиг. Экономический симулятор. Блин, симулятор вообще проходится. Игра есть на досе. Всегда оценки хорошие, ну понятное дело. Копи-версия, образ диска. Замечательная игра. Микропрос, понятно. Сейчас с вами. Да. Уж. Ну и как их запускать? Amiga MS-DOS Windows. Под Windows можно играть. О, это те, которые цивилизацию сделали. Ё-моё. XCOM, понятно. Ух, там какие классные игры есть. Ё-моё. Я не знаю, стоит ли мне в них играть. Ну вот, вы на стриме я, конечно же, решил вам показать, что выпало, и вы это видите. Что поделать? Ладно. Как я запущу-то через ретрак, я не запущу. Ладно, буду сейчас разбираться, как запускать эту игру, которая выпала. Всем спасибо, кто смотрел. Один спасибо тем, кто смотрел записи. Один спасибо тем, кто писал в чате. Никуда не уходите. Сейчас еще будет другая игра. Посмотрим, настрою я, успею ее настроить или нет.